Всем привет, с вами Валёк, и мы продолжаем играть в Second Galaxy. Итак, сегодня я хочу поговорить о такой вещи, как чертежах, о модулях Т2. Человек, который писал в комментарии через разработку, получаем чертежи Т2. Ну, как бы... Я сам лично не понял, он прав, да, он действительно прав. Через именно эти вещи и импланты Т2. Здесь как бы видно, да, то, что у нас R3, R4, ну вот я с этого почему-то решил. Там на височную долю, да, смотри. Стандартный уже R1, R2, да, требуется. Собственно, к чему это я? Нажимаем. И я слепой овец, как всегда. Имплант Т1, Р3. И нужен, ну, три штуки таких и одна штука такая, чтобы нам создать чертеж Р2. Ой, Р2, прошу прощения. Т2. Пожалуйста, добавили. Это добавили. Платим каких-то 200 тысяч, всего лишь копеечки. И... Вуаля! Чертеж второго. Простенький, да, никуда от этого не деться. Блин, лично нажимаю. Но может выпасть R2. Далее уже, конечно, посильнее нужно. Тут уже обычные планты. Ну, короче, идет такая цепочка, да, импланты Т2, три штучки, и Т2, R2, да? Одна штучка. И так далее, все просто. То же самое и с шипами. Если достаточно будет уже чертежей на корабли, вот у меня эсминцы есть, то можно уже будет создать, допустим, понятно, да? Ясно, да? Нужно такие три штучки. Вот такие вот. Можно их купить. Но купить больно дорого. Со временем, они же обычные чертежи корабля все равно попадают. То же самое с боеприпасами, с компонентами. Ну, допустим, модуль. Ну, у меня нету. Я уже вчера все потратил, пока тестил. И вау, в радостях. Оружие такое же. Нет? Ну, вот. Медиум оружие могу сделать. Собственно, у меня ракеты. Добавляем. Раз. Синенькая, да? Синенькая. Бабки не ходи. Нет, не хватает. Собственно... Часто выпадает R4, так что не стоит переживать то, что вот одни синие чертежи будут и все так далее. Фиолетовый тоже выпадает, и все с этим отлично получается. Сейчас просто у меня изучается очередь, для которой я уже смогу построить с этого чертежа то, что создал. Вот. Нужно просто скорость. Все. И потихонечку я буду обновлять свои корабли, которые именно технического уровня 2, на нормальные модули именно тоже технического уровня 2. Будет все круто. Вот так вот. Так что человек из комментариев был прав, а я, не разобравшись, пнул, сказал нет. А он даже ничего не ответил, к сожалению. И вот так вперед изучаем, потом височки вставляем вот сюда, сюда, куда хочешь. Поменяю вот этот. Ну вот этот. Просто смотрим, какие у нас щиты необходимые, и создаем нужные чертежи. Все. Красный бутон. Красный бутон. Ха-ха, как написано. Красный бутон. Как-то так. Что, вот что касаемо чертежей. Больше ничего такого нет. Джилла у меня все становится все неубиваемый и неубиваемый. Особенно сейчас... Вот, кстати, корабль на халяву, еще корабль. Ну почему для этих кораблей используется предыдущий? А, нет, не предыдущий. Тут вестник. Тут я до сих пор не понимаю, гвардеец. А вот, на гвардейца нужно вот сдавать на всадника. Дискриминация какая-то. Почему не на авангарде? Вот я чего. У меня непонятно. Просто...
вот эта вот хренотень не может. Ну не может, она не вытягивает лицензию. Как? Как? Я не знаю. Что у нас? Гидри? Ну тут все обычно. А в основном этот корабль теперь вот это. Ну это конечно добавится все. Ракетницы нормально. Потихонечку будем открывать. Кстати, что там на лицензию надо? Даже безопасно. Ага. Надо, короче, догнать и побить. Давай попробуем, сдадим. Нет бы взять антиварп, да? Ну, он сейчас свалит, наверное. Starting warp engine. Commencing warp. Arrived at target location. А, игра, походу, делала громко. Очень. Я постараюсь поорать. Эй! Auto combat activated. Тебя учитель избавился от моего на месяц. Да ладно. Он, короче, будет пытаться свалить. У меня супер эта способность. Давай сразу approach. Огонь. Все, и корабль сваливает. Ракеты только не могут лететь. Давай покружим. Ай, зачем я ее нажал? Сам себе проблемы сделал. Блин. Ну это если что, надо свалить. Это привычка, наверное, там ракеты. Все, валек ты тупой. Да. Время у меня 6 часов утра. У меня выходной. То есть делать мне нечего, выходной свой вставать. Ну давай, попробуй попади. А он не промах. Да. Это единственный корабль, который мне помял так щиты на этом корабле. Сейчас ты будешь в шоке. Фига себе, от него отпрыгнул. Как так? Направление должно. Да это понятно. Ну понятно, я понял. Короче, берите запасные те модули, которые нужны. Это как правило нужно брать. Но я смотрю, для хоть написано безопасно, но нужно нормальный восстановитель щита. Как ни крути. Какие еще у меня такие новости? Потихонечку накапливаю все миссии. Именно миссии на исследование. Скоро отправлюсь в огромное большое исследование. Вот, к примеру. Как раз чертежиков там наберу. Полно исследований. Потихонечку выполняется миссия, операции всякие. Ну, я смотрю именно задания. Надо собрать. Кстати, не забываем то, что тут халява дается. Выполняешь пару заданий и все. Иногда, ну как иногда, все зависит от системы, я смотрю, вот что-то зависит, вот отличная награда. Так что хватаем. Отличная награда, пока не пропала. Не важно, хорошие там товарищи или плохие товарищи, все равно хватаем и бежим. Список вот корабль какой нужен. У меня тут такой корабль. Блин, одну. А, ну га. Это выжить бы. Ну давай попробуем. Попробуем. А, хороший корабль. Поехали.
Там рекорд не подходит. Но сейчас, походу, дело будет жестокий махач. После, конечно, всяких джил. Вот это вот неудобно. Это неповоротливая махина, которая не летит. Не двигается, не поворачивается, еще и хреново стреляет. Так, говорит, оружие. Ну, посмотрим, что там за отличная награда. А, кстати, такая же миссия была только на фриге, на фрегатике. То он писал совсем другое, то что на своих маленьких кораблях, типа, на маленьких, что там, тоже отличные мишени и все так. Auto-combat activated. Target locked on. Жалко... А, у меня этого нет. Дворецкого у меня. Дворецкий. Бастион, смотри. Корабль. Ну, все равно, вот смысл от ускорения есть. А, не, он, в принципе, нормальный. Все. Это для него скорость офигительная. Сейчас кому-то наставит хана. Ну, короче, я думаю, полезную информацию для тех, кто не знает. Я сегодня рассказал. Для себя кое-что уяснил. Если тебе пишут, значит, надо проверять. Нормально. Они тебя явно человек не от балды написал. И... который раз убеждаюсь, берите модуль на сдачу лицензии, которую, ну, предлагают, ну, который надо брать для выполнения для успешного выполнения задания. Ну, как-то так. Сейчас мы миссию закончим, и все. Ну, это я знаю, это уже наизусть, знаете, некоторые задания, ну, все задания, они в основном по мере уровня, по мере количества выполненных заданий, по ходу дела, считается, и не все одно и то же, но сложность увеличивается, и все. Небось, китайцы, ну, разработчики такие, ясно, да, откуда, из Поднебесной такие, микрофон фигачил, пару эффектов звуковых, и все, и звук готов. А как это громко слышно? Я надеюсь, она меня не перекрикнет. Блин, а вот... Ну, как-то вышло, да. Возьмите меня! Возьмите меня! Как насчет кофейку? Правда, на фриге это все быстрее, потому что корабль летит в разы быстрее, чем эта огромная штука тихоходная. Но летит. Так. Ну? Выполняй. Сейчас, пар, марши, да? Да. Агва. С прям жестокими снарядами по нему. Ты как жить будешь? И главное, вот баг, не фиксируется это все. Какой дамаг по нему хороший пошел, а? Был крепкий. А мы толстенькие, а нам пофиг. Ну блин, после фрегата вообще не летит. Просто не летит. Кажется, вот на месте стоит и все.
Кстати, не все дальнобольные. 41. А это уже 20. И это 20. Ну, зато у них урон повышен. Все равно вот это вот, наверное, побыстрее будет. Ну, хотя против таких можно, да, улепетать и все. И издалека их мылить. Ну тут он сейчас сколько? Пытается улететь, но не получается у него улететь. Так что. Если вот нападать издалека. Так вот 10,5 он держит и все. Корабль пытается улететь, но не получается. Все. Давай сейчас мощный залп дадим. Давай, давай быстрее. Я знаю, что не будет оно быстрее, но все равно. Огонь, огонь. Прям усиленно, усилительно. Пах, пах, пах. Все, считай, готов. Все. Миссион комплит. Блин, звук что-то громко. Что-то мне кажется громко. А если я в системе сделал потише? Ну, вообще не должно. Вот и кораблик, и куча имплантов, этот мусор непонятный. Ну, нормально так. Когда усиленная награда, получается, ящик у нас появляется с этим. С корабликом. Кстати, иногда их надо активировать. Хочу заметить, нет значка. Очередной ящик Пандоры. Окей, окей. Ну, мне кажется, игра очень громко сейчас работает. Entered space station. Отлично. Такой полетик. Так что старайтесь прям. Ну, сейчас часто я смотрю попадается с хорошей наградой. Сейчас проверю. Бывает вот в разное другое нажимаешь, и там этот с корабликом надо активировать. Вот, допустим, вот эти вот. Вот они. Макс. Окей. А он уже и чертежи предоставил. Вот еще один. Это я вот то, что обменивал вот эти вот товары. Вот эти вот образец. Эти образцы надо пропускать через конвейер. И только потом у нас получается хороший. Что у меня бластеры какие-то сует? Нет бы ракетную установку там хорошую. Все, бластеры. И в последнее время я не парюсь. Ящик открываю и... Что там 30 тысяч? Обленился. Мне предстоит на длительное исследование. Не знаю даже, как корабль взять по вместимее. Увидимся в следующей серии, в следующем видео. Да и вообще на канале, в обсуждениях, в пабликах, ВКонтакте. Ну, ВКонтакте. Там пока ничего не происходит. В Дискорде бываю. Окей. Не забываем подписываться на канал, ставить пальцы вверх, вниз. Среднего, к сожалению, нет. И писать комментарии. Всем пока.